Около 40% за оплату теплоэнергии сэкономили жители Уральска, в чьих домах установлены приборы учета тепла. Общие дымовые счетчики установлены в 412 многоэтажках. Это половина жилого фонда города. Коммунальщики потратили на это около 200 миллионов тенге. В ближайшие годы приборами оснастят остальные дома. Как выяснилось, чтобы начать реально экономить на тепле, жильцам необходимо утеплить подвалы, поставить автоматические регуляторы и изолировать трубы. Да и в квартирах требуется заделать все швы, чтобы уменьшить потери. Как показывает практика, подобные затраты жильцов окупаются быстро за счет экономии на оплате услуг теплоснабжающего предприятия. У нас дома стало тепло, и я заметила, что действительно стала платить меньше. Я где-то, наверное, вот около 4 тысяч, что ли, платила, а сейчас что-то 2 раза меньше, да. Чтобы меньше платить, надо самим жителям обращаться в свои КСК, регулировать это тепло. Если средний тариф посчитан 106 тенге, и берется температура, что в квартирах 20. А мы, как видим, во многих квартирах и 25, и до 30 градусов доходит. И люди не идут там, не обращаясь к КСК, а начинают открывать окна. То есть это тепло они выпускают на улице, это потери наши идут. Поэтому прибор учет пока точно учет. А с этим прибором как раз можно и экономить.